بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Я рад искренне вас всех сегодня приветствовать в резиденции Московской соборной мечети и передать самые теплые слова приветствия от имени духовного лидера мусульман России, председателя Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфти шейха Равиля Гайнутдина. Я рад сегодня такой нашей первой встрече. Я думаю, что она будет иметь свое продолжение в дальнейшем, так как сегодня мы собрались в главной мечети нашей страны, Московской соборной мечети, которая, как вам известно, в 2015 году с участием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, с участием президентов Турции Тайба Эрдогана, президента Палестины Махмуда Аббаса, а также многочисленных делегаций из многих стран мира, мы открыли вновь нашу отреконструированную Московскую соборную мечеть. Это, безусловно, стало важным событием в жизни мусульман как нашей страны, мусульман России, так и, я думаю, что это было таким праздником для мусульман всего мира. Я хотел бы также поблагодарить уважаемую супругу господина посла государства Кувейт Афрах Аль-Фаттахи, которая нас поддержала, и мы вместе, можно сказать, благодаря тоже ее инициативе, сегодня смогли вас всех сегодня собрать в этом прекрасном уютном зале нашей Московской соборной мечети. Пожалуйста. To thank the chairman of the Russia Mufti Council and Religious Court of Muslims and Austrian Federation, Mufti Sheikh Rawi Eddin, and his first deputy, Sheikh Roshan Hadrat Abbasov. Thank you. يا القادر البالي المعافر يا الودود المغني الرحمن يا التواب المجيب المصابر تقبل منا صوم في رمضان Вы все прекрасны, красавицы, очаровательны, у всех открытая душа. И, знаете, я заметила, что очень многое нас объединяет. Вот на это объединение мы хотим и работать. Действительно, женщины на этом свете, все мамы, все сестры, все подруги. Вот если мы так будем жить все вместе, всем миром, я думаю, на свете восторжествует справедливость и мир. Основателем и главой и президентом нашего института является наш знаменитый доктор Мира, Владимир Рашан, который передает вам всем огромный привет, большие пожелания мира, здоровья и приглашает, конечно, вас всех к нам в институт. Если будет желание, я с удовольствием могу организовать вам визит в наш институт и показать, каким образом у нас лечатся дети, как работает наш замечательный большой коллектив. Стина, я хочу сказать, что дети везде для наши принципы. Оказывает помощь независимо от цвета кожи, независимо от национальности, независимо от вероисповедания, независимо от той политики, которую проводят их родители, к сожалению. Оказывать одну и ту же помощь, слава Богу, мы это умеем делать, у нас хорошие результаты. Как директор института подтверждаю приглашение Карины. Приглашаем вас в любое время, когда вам удобно приехать на институт. Мы вам все продемонстрируем. Спасибо. Пожалуйста. У веры нет границ и расстояний. Об этом говорит нам всем пора. Давайте чтить священное Писание, что снизошло в священный Рамазан. Аль-Кадир, Аль-Мадир, 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 Аль-Мадир,